Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Ну что, я думаю, что, наверное, многие догадались, если у Рэя серия по этой игрушке, значит, он приготовил что-то на открытие. В принципе, так оно и будет, ребят. Потому что у меня в данный момент серии только пока на открытие персонажей. И чем быстрее я их открою, чем быстрее я, как говорится, выпущу серию, тем быстрее я их начну прокачивать. Так, что у нас тут? Давай заберем. Пока забираем с тобой награды все. Посмотрим, сколько у нас накопилось энергии. Накопилось энергии приличное количество, поэтому я думаю, что даже можно немножечко ее потратить. Так, здесь, надеюсь... Ага, здесь обновить. Здесь автопобеда. Мне нужны, ребята, вот эти вот синие изо кристаллы для того, чтобы... Я уже мог прокачивать, то есть, вторую категорию. То есть, не первую, а вторую, повышенную. Так, что у нас там в припасах? В припасах глянем. Так, ну у меня 1315, и вот эту мне надо, девочку. Надо на нее копить. Капитан Картер. Блин, Хеллбастер еще, ё-моё. Ну давай тоже на него потратимся, фиг с ним, так уж и быть. Так, Хеллбастер. Здесь у нас... Тишь да благодать, друзья мои. Здесь 1300. А, все. Еще, ребята, один персонаж будет сегодня завербован. Круто, круто. Накопили мы с тобой и на Венома. Так, Ника, сколько нужно? 7. А у меня, неужели еще один? Ёк-макарек, друзья мои. Еще один персонаж. Итого 5 персонажей сегодня мы будем с тобой вербовать. Так, здесь... Здесь надо на Капитан Марвел мне, по идее. Я хочу ее прокачать вообще полностью. Вот. Так, это у нас припасы. Прикинь, сколько у меня всего лишь осталось, ребята, денег. А было, помнишь, там 16 миллионов. Деньги здесь. Это как вода, ребят. Так, ладно, сейчас я тут немножко протрачусь на основное. Не буду покупать все, как я это раньше делал. Но на основное, что мне не хватает, я потрачусь. Так, здесь у нас что-нибудь есть. Мистер Негатив. Мистер Негатив. Да как бы 415. Если бы было бы 500, я бы, наверное, Альтрону все-таки вкачал бы звезду, скорее всего. Но не дает мне такой возможности. Что там опять? Тратить из-за энергию. Я потратил. Так, Ронин. А Ронин сколько? Блин, не хватает всего лишь 21 карточку, ребята. Не хватает на Ронина. Был бы у меня премиум пак бы, уже давным-давно бы мы тут с тобой... У меня бы уже и тигрица была бы, потому что на тигрицу сколько не хватает? 24 пака, ребята. И была бы, естественно, и эта, как ее, пересмешница была бы. Но нет у меня возможности, ребята, активировать премиум пак, к сожалению. Играем без доната, называется. Ну что, друзья мои, так, установить защиту в плане. Это у нас в испытаниях установить защиту. Ну, защита, насколько я помню, у меня уже, ребята, стоит, она на автомате. Здесь я ничего менять не буду. А подожди секунду, меня что, поставили во вторую? Ага. Так, во второй, на второй строчке я стою, ладно. Так, война идет альянсов. По-моему, ребята, у меня нету баллов. Я вчера ночью повоевал. Так скажем, прекрасно от души. Так, еще нальем чайку зеленого. Пока он тепленький и не остыл. Что у нас получается, ребята? Мы пока мы проигрываем. Креаторсы проигрывают. Угу. Причем очень сильно проигрывают, ребята. Но здесь тоже зависит все многое от того, кто у нас играет. Если... Понимаешь, этот клан, он не русский, ну как сказать, он английский, американский, я не знаю, какой, я не могу там, ребята, что-то им объяснять, доказывать, показывать, потому что они все, этот, тут, мне нужен, если честно, я бы перешел, ребята, в русский клан, если честно, в русский клан бы, я бы с удовольствием бы перешел бы, но я не знаю кто, если бы меня кто-то пригласил бы к себе бы, в хороший, в русский, нормальный, где... адекватные люди, где, ну, могут подсказать, пояснить. Здесь я вот сколько я играю в этом клане, наверное, года 4.
Мы даже не общаемся. Я вот в чат захожу. Все. Все, ничего вообще нету, понимаешь? Вот просто кто-то что-то получает, кто-то открывает, и все. В этом клане, я так понимаю, я глава. Потому что, видимо, старый глава ушел, мне автоматически как-то досталось это все. Но я не хочу, ребята, быть здесь. Так что, если у вас есть на примете какой-то клан, или вы состоите в клане, и... то давайте я как-то, я не знаю, ну, не могу я здесь, ребята. Как сам по себе, блин. В тишине вообще никто ничего не общается, никто ничего... Постоянно вот эти вот события проходишь, один все. Такое себе, знаешь. Так что я бы с удовольствием бы перешел бы. Имейте это в виду. Так, ну что, ладно, друзья мои, я хотел что? Что я хотел? Я хотел посмотреть в рейдах, что у нас. Блин, до верхушки еще пиликать и пиликать, ребят. Ну да. Рейник зарабатывает 6 звезд для пустельги, для солнечного огня. Так, с... Угу. Последняя энергия, ребят, тратим. Последнюю энергию здесь тратим и пойдем. Так. И давай посмотрим, что у нас в этом. Но здесь, по-моему, опять же этот Реник первый. Реник занял. Реник даже Джейкап обогнал. Блин, хотя Джейкап стоял там, выжидал момент, чтобы занять этот, но, видимо, Реник его перегнал. Что очень интересно. Ну, а я, как говорится, на третьем месте. Получается, да, я на третьем месте выхожу. Опять же, ребята, хочется получать нормальные награды. Для того, чтобы получать нормальные награды, мы должны все. Вот автозапуск. Видишь, автозапуск тоже, ребята, я ставлю. Ладно, фиг с ним. Я не хотел быть главным у этого клана, если честно. Он мне просто перешел. Хотел сказать по наследству, блин. Ну что, друзья, вроде бы здесь все. Давайте открывать наших персонажей. Так, сейчас заберу здесь еще. Что у нас там? Ага. 5. Девочка-белка, да? Ну и персонажи, друзья мои. И первым, кто это будет, у нас агент Веном. Офигеть, да? Столько пушек у него. Герои, мир, био, бластеры, паучья вселенная, симбиоты и перерождение. Вербуем. Но выглядит он, конечно, офигенно. Мне напоминает он почему-то... Помнишь, этот был герой, который с плащом-то? Какого? Не Блейд, а этот. Не Веном. Ай... Он тоже там, чувак, он, у него типа такой же маски было, только у него, по-моему, красная. Я забыл, как его звать-то. Тьфу ты, что с памятью с моей вообще, не знаю, творится. Старость уже. Не Веном, а как же его звать-то? Он с мечом еще там, по-моему, ходил. Из зада там он там сбежал. Да вы, наверное, поняли, про кого я говорю. Он с плащом там тоже мог падать с высот больших. Он типа как бы умер, его в ад забрали. Вот, и он что-то там главному, от главного дьявола или сатаны что-то убежал, или он отпустил его что-то делать. И он, короче, потом против них восстал, против этих демонов. Я забыл, как его звать, этого героя. Ладно, не суть, друзья мои. У нас Веном. Первая способность называется пальба. Наносит основной цели 90% урона. Ну, это, естественно, на первом уровне, все это понятно. Второе — это симбиотическое избиение. Наносит основной цели 50 проникающего урона. Проводит бонусную атаку, которая наносит еще 50 проникающего урона. То есть две атаки получается. Чувак неплохой, тем более для паучьей вселенной. Это вообще, ребята, по-моему, будет топчик. Вонг. Наконец-то я взял Вонга. Ребята, это герой мир мистики, протекторы книги тьмы. Это из книг тьмы. Есть такие, ребят, персонажи. И вот он входит в эту компашку. Три красные звезды у него. Значит так, наносит основной цели 80% урона. Это первый удар, магический пинок. А второй удар в рывке. Наносит основной цели 100% проникающего урона.
Вот такой вот он чувак. Хранитель знаний Камар Таджа и владыка мистических искусств. Вонг использует магию, чтобы защитить и наделять силой своих союзников. Вот так вот. Защищает и наделяет. Железный кулак, друзья мои. Герой и мир. Навык поддержка захватчика. Вот так вот он выглядит. Орсон Рэндалл использует свою ци для исцеления союзников и усиления оружия, сражаясь со странами Оси во Второй мировой войне. Со странами Оси. Железный кулак. Ну что же, первая способность, ребята, это искусство боя. Наносит основной цели 60% урона, накладывает на непризванного союзника с наибольшими потерями здоровья барьер в 5% максимального здоровья этого персонажа. И второй — это внутренний конфликт. Наносит основной цели и ближайшим целям 60% урона, восстанавливает персонажу и всем союзным захватчикам 5% максимального здоровья этого персонажа. Вот такой вот он типок. Дальше, ребята. Ника Минору. Герои город и мистики, сдерживатели, отряд М. Что значит отряд М? Непонятно. Но это, видимо, какой-то маг. Так, юная беглянка и могущественная чародейка Ника Минору усиливает своих союзников, защищая себя и разрывает врагов на куски с помощью посоха одного. С помощью посоха одного. В общем, кровавый удар, друзья мои. Наносит основной цели 70% урона. При каждом использовании этой способности за матч, кроме первого, срабатывает один из следующих эффектов. Накладывает на основную цель кровотечение, дает усиление защиты, восстанавливает персонажа или союзнику с наибольшими потерями здоровья 15% максимального этого персонажа. То есть рандомно. Второе — это оккультное кровопускание. Накладывает на основную цель блокировку способностей, дает защиту от смерти и дает ближайшим союзникам 2 заряда контратаки. Слушай, нормальная. Нормальная бабулька. Естественно, тут будет и третья, и четвертая способность. То есть это мистик. Идет к разряду колдунов. Ну вот, ребята, и железное сердце наконец-то я себе получил. Это у нас получается третий основной персонаж из команды Пегаса. Да-да-да, из команды Пегаса, ребята. Железное сердце. МК-2. Mortal Kombat 2. Так, что там у нее? Студентка МТИ и гениальный инженер Рири Уильямс создает преимущество с помощью эффектов состояния и продлевает их, чтобы заставить врагов страдать. Любит делать боль, да, врагам. Репульсоры Марк 2. Первая способность. Накладывает основной цели 90% урона. Накладывает один заряд уязвимости, максимум 3. Продлевает срок действия одного отрицательного эффекта, кроме блокировки способности и оглушения, на 1. И на эту атаку нельзя ответить контратакой. Вторая способность — это перегруженный выстрел. Наносит основной и ближайшим целям 120% урона. Накладывает на всех врагов замедление, что очень даже круто. На эту атаку нельзя отвечать контратакой. Замедление и все прочее классно. Ребят, единственная проблема — то, что у нее очень маленький шмот и, соответственно, очень маленькая прокачка. Но факт в том, что она хотя бы уже есть у меня. Это уже большой, ребята, плюс. Для команды Пегаса это, ну, просто имба, ребят, на самом деле. Пока я не могу ее прокачать. Так, что у нас тут? Опа. И опа. Так. Что мы там с тобой имеем? А имеем две сферы на деньги. 485 тысяч сущие копейки, друзья мои. Просто сущие копейки дали. Так, подожди, я могу. Я могу. А надо ли мне? Или мне все-таки ее качать? Спасительницу. Тоже 300, что ли, да, ребят? Давай я, наверное, спасительницу буду качать. Докачивать, так скажем. Так, сколько у нас энергии? 181, 181. Я по персонажам кого-нибудь могу, так сказать, приоткрыть. То есть повысить по уровню. Давай глянем. Так, подожди-ка. Кейт Бишоп у нас идет на улучшение. Так, у нее там открылась способность. Это упорное повиновение.
После смерти союзника или... А, после смерти союзника из юных мстителей, или когда у союзника из юных мстителей остается менее 50% здоровья, наносит случайному врагу 80% проникающего урона и накладывает на него ослепление и замедление. Отлично. Когда у этого персонажа остается менее 50% здоровья, дает у ворот 2 заряда. Тоже неплохо, ребят. Но это юные мстители. Так, я смотрю просто, ребят, сколько здесь кому еще нужно примерно. Вот Карнак мне нужен, если честно. Попробуем. 12. Обновить. Обновить. Воу, слушай, у нас, ребята, Карнак прокачивается. Болевые точки. Наносит с одной цели 200% урона и снимает с нее один положительный эффект. Слушай, это хорошо. Давай-ка новый ранг тебе поднимем. 4 звезды. Слушай, по-моему, там надо 5 звезд, если я не путаю ничего, для того, чтобы нас допустили до события. Или там нужен еще один персонаж. Сейчас не помню. Посмотрим сейчас, ребят. Но я знаю, что Карнака мне надо было для чего-то качать, для какого-то события. Но, по-моему, там не 4 все-таки звезды, нужно было, а 5. Так, тут у нас этапы. Ну, в этапах я забираю все, это понятное дело. Ничего особенного здесь не дали, просто ресурсы. Так, где? В событиях, да? Нет, ребята, ничего не открылось, к сожалению. Блин, а куда этот Карнак? Почему именно Карнак там мне нужен был? Я что-то не могу понять. А, вот, ребята. Требуется герой Гром и 4 нелюдя с 4 звездами. То есть, мне нужно еще кристалл прокачать. А я кристалл не смогу прокачать, друзья мои. Почему? Да потому что, ребят, дофига на нее нужно осколков. Ну как дофига? Нужно еще 26 осколков. Где их взять? Фиг его знает. Требуется 5 DTS города с 5 звездами. Раз, два, три. Ну вот Сив пытаюсь качать, ребята. 3, это будет 4, да? Например, 4. И надо Сильвию или Вэл. У нас Вэл находится? Нет. Вот проблема, блин. Тут-то что у нас? Это дофига чего. Тут нужно с 6 или более. Понятно, с 6 или более. Это не для меня, не в данный момент. А здесь-то что? Опять с 6 звездами. Тут только паук, Майлз. Обычный паук у нас подходит под это. И много кто еще не открыт. Октопус. Доктор Осьминог. Что тут? Требуются персонажи из Силы Х с 4 звездами. Раз, два, три. То есть они все должны быть, да? То есть мне нужно и Домино прокачивать, получается, и... Х. Кстати, их можно, ребята, найти. Они обычно находятся... Если мне память не изменяет, они находятся у нас... Сейчас покажу. Так, что у нас тут опять-то... накопилось. Красная сфера обычная, ладно. Они, если я не ошибаюсь, ребята, вот здесь вот. Вот Домино идет. По десятке дает, да? Много копить придется еще. Домино. И кто там еще? А, Х, да?
Леди Икс, или как ее там. Она... Она, по-моему... Если я не путаю... Опа! А вот, ребята, и Кристалл. Слушай. Сегодня я ее... Еще десятку добавлю, ребята. Блин, я ошибся, что ли? А где же я видел-то? Где же я тебя видел? Где же ты? А, вот она, ребята. Вот здесь она, X. Вот здесь она часто светится. Слушай, ну по двадцатке это 4 раза. Блин, конечно, офигеть. Это надо в войне выигрывать. В войне и в нападениях. Ну, я себе... Как бы на ум закатаю, что нужна X, Кристалл и... Все, да закатался, забыл я. Ну, в общем, учту я этот момент, ребята. Так, а сейчас давай-ка мы с тобой еще посмотрим, кого можем... Кого мы можем здесь поискать. Пантеру надо бы уже донайти, как говорится, по максималке. И Хеллу. И невидимая леди. Нет, невидимая леди я имею в виду не найти, а просто что посмотрел, прокачивать ее можно. Так, а здесь вроде бы как тупик. Пустельга, ребята, у меня 75 уровня, как ты видишь, но мы уже с тобой прокачивали. У нас, в принципе, и шмотки есть для нее, но ей нужен 80 уровень. А 80 уровень ей... Копить и копить. Также и на Гамору, да? Нужен 69-й. Мы сможем ей поднять 69-й уровень? 66-й. Всего лишь 66-й. Тогда надо на Кристалл, наверное, вкладываться, ребят. Раз мы ее будем прокачивать, вкладываемся в Кристалл. Получается так. Если не ошибаюсь, событие... Эти вот... Ну, тут я, ребята, максимум, что я смог взять, это вот... Короче, 5 карточек я взял, и это. Дальше я не потяну. Я уже пробовал вот, уровень 2 сложности, и дальше я не потяну. Тут вот тоже, ребята, западло какое-то. Здесь нужны... С 4 звездами и более. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Одного персонажа не хватает. Вот. Может быть, рука лучника. Ну-ка, найдем мы его. Подожди, а почему здесь у нас автопобеды нету? Я сейчас просто гляну, что в чем проблема-то здесь? А, ну давай глянем, ну по-моему меня тут раскатывают. Сейчас просто посмотрю, что тут такое. Ну по-моему я что-то здесь не тяну, не справляется моя команда. 17 врагов. Ёпрсте. Поехали. Так, ну что, давай уберем этого отсюда. Так, там шок-вейв. Блин, чё ж так у тебя все плохо-то, парень? Двоих уложила, молодец, красава. На, прикладом. В этот раз ты не уйдешь, а мутант не справился, но я справлюсь.
Эй, полегче, здоровяк, мне не нужны неприятности. Ты не мог бы указать, где тут война, а то мальца заплутал. Война закончилась. Ну это кому как. Вот, шершень, ребята, его надо нафиг валить быстро, быстро просто, блин, сейчас он очень мощно бомбит. Бамс, все, да? Нет, личка выжила пока еще, пока выжила, ребят, но это было временно, да? Ну все, блин, началось. Шершень, нифига, ребят, не шершень, кто там у нас? Уклонение, блин, о, шершня выбили, паучка выбили. Слушай, ну согласись, Барнс этот вообще какой-то имбовый чувак. Пум-пум-пум, прикламывать, вот это нравится больше всего. Так, ребят, ну это еще не все. Сейчас еще придут ребятушки здесь. Ты лечись давай, блин, ты мне нужна, блин. Попробуем бак уничтожить. Слушай, ну кровотечение нормально. Отлично. Ну и во что мы вляпались в этот раз? Высокие ставки, судьба мира. В общем, как обычно. Хм, не полагаю, все это как-то связано с этой горой мяса, которую мы только что вырубили. Ага, мне нужно кое с кем тебя познакомить, Бак. Тебе многое нужно узнать. А мне, ребята, очень приятно, что я прошел на 3 звезды, и это означает, что я могу здесь фармить. Неожиданно для меня. Опа, на 6-ю звезду, что ли, она прокачиваться сможет? 6-я красная звезда, если не ошибаюсь, да? Да, новое повышение красной звезды. Раз, два, три, четыре. Так. Слушайте, ребята, если он получил повышение красной звезды, он же может участвовать теперь в событии или что? Или не на этого мне надо было? Ты серьезно? А, ну да, ребята, я же попытки. Это я только сегодня смогу. Когда обновится все, я смогу здесь, ребята, принять участие, да? А вот здесь, друзья мои, у меня тоже не получается. Здесь требуется 5 персонажей, события ограбить забвение с 5 или более звездами 9-й категории снаряжения. С 5 или более звездами. Здесь только подходит у меня невидимая леди, как ты видишь, и все. А также здесь нужен доктор Октопус, ну, доктор Осьминог, и Звездный Лорд, и Кэти Прайд, и Енот Ракета. А награды, сам видишь, здесь очень вкусные. Были бы для меня. Ой, посмотри. Просто представь, блин. Но у меня нету. А кто-то мне говорил, вот, нафиг тебе прокачивать там енот или... Вот, ребята, для чего, вот для чего. Потому что здесь идут события под этими персонажами. Да, я не спорю, они старые, половина из этих персонажей. Но без них, без их прокачки ты ничего не сможешь сделать. Вот и все. Что вот здесь нужно? 4 агента щита с 6 звездами. 4 агента щита с 6 звездами. Вообще никого тут. И рядом даже не стоит. Так, Феникс. Что ей надо? 5 злодеев-мистиков-сдерживателей с 5 звездами. Раз, два, три. Раз, два, три. Сильвания, я смотрю, в 2 событиях уже требуется. И Нобу. Нобу у нас находится, да? Без бонуса, к сожалению, ребят. Ладно, давай. Без бонуса долго придется искать, я не спорю, ребят. Так, здесь мы уже, по-моему, смотрели, да?
Здесь гром, то есть нам нужен... Подожди, что там надо-то? С четырьмя звездами, не люди. Вот, кристалл. Кристалл нам нужно прокачать. Единственный персонаж, которого нам хватает. Либо кристалл, либо йо-йо. Но йо-йо мы с тобой не видели нигде. Я, по крайней мере, не видел. Буду прокачивать кристалл. И тогда мы с тобой получим сколько-то там карточек на... Как его? На... А сколько нужно-то? 80? Вот, ребят, как раз 80 мы получаем. 180 у нас будет. Да. 180. И мы с тобой откроем этого персонажа. Так что все дело в кристалл. Тут вот тоже, этого вот надо мне, Адам Уорлока тоже открывать, ребят. Но здесь нужна Джубили, блин. А чтобы Джубили открыть, нам понадобится персонажа Пимтех с двумя звездами и выше. Для этого мне нужно открыть желтого шершня. Чтобы открыть желтого шершня, ребята, мне нужно пройти, блин, испытание Дума. Понимаешь? А испытание Дума, ну, чтобы ты так хотя бы приблизительно понимал, о чем... Что тут смотреть, бонус. О чем вообще идет речь... Так, ребят, что это тут? Получается, сколько красного омеги? А, это будет скоро, да? Доступно. И что же тут опять нам требуется? Требуется Ник Фьюри, Зимний Солдат, три персонажа из Тайных Мстителей. Ну-ка, подходит тут все у меня. Раз, два. Так, не менее чем с двумя звездами, снаряжением не хуже шестой категории. Пипец. Ник Фьюри, Зимний Солдат и три персонажа из Тайных Мстителей. Зимний Солдат, это получается этот, этот и три персонажа. То есть, блин, Капитан Америка, а как я его найду, ребят? Он не открывается нигде. Красного Омегу мне не открыть, получается. Опять, а? Осталось 17 дней, обратная разработка. Да это фигня все полная. Ну, так вот, да? Мы сейчас валили этих щеглозадых на каком испытании? На испытании звезд, так? Но у меня энергии нет, я же всю энергию слил, хотя... Да, у меня не получится. Посмотрим, это было здесь. Вот, кстати, Дум. О чем, ребята, речь идет? Посмотри. Вот это вот даются те противники такие. Теперь смотри, кого... Блин. Не получится. Ну, я хотел тебе показать, кого дают здесь в противовес. Кого ты должен там выставлять. А событие прошел я вот это, ребят. Вот. Здесь, кстати, можно еще и автопобеду сделать. Или же попробовать вот здесь пройти. Но тут такие. Ну давай попробуем. Сложно, конечно, будет. Очень сложно. Но вдруг, вдруг получится. Вот это вот секретная гидра, блин. Я вообще, ребят, не знаю, кто-нибудь играет вообще за гидру. Баки Барнс, познакомься с капитаном Картер и ее командой. Они помогли нам с Юнионом Джеком, когда мы сюда приземлились. Мэм, вы слегка выше знакомы мне Маргарет Картер, но Стив сказал, что вы не она. Верно, мистер Барнс, позже все расскажу. Сейчас нам нужно сражаться. Сейчас нам нужно сражаться. Так, этот уже сразу взял провокацию на себя, гаденыш этот. Заблокировал сразу же. Возьмем, наверное, так вот. С гранатой, блин, фигово. И тигрица это еще. Пипец какой-то. Полный трэш, ребят. Минус один. Уже. Медик, ребята, улетел в никуда. Ну, ты уже понимаешь, что нам ничего здесь не светит. Хуета.
просто фуета, ребят. А как я тут вообще на одну звезду прошел? Интересно мне знать, а? Как я прошел на одну звезду, если меня уже здесь разобрали? Черт твоей бабушки на куличке. Тут, понимаешь, дело в том, что, ребята, нету хорошего медика. Мне нужен здесь вообще шикарный медик, типа вот спасительницы или, ну, на худой конец, Минерва, ребята. Ну, никак не сиделка. Ну, никак не сиделка. Так, давай с тобой поставим на трешку, я не знаю тут. Вот эта вот белая тигрица, ребята, я не вижу, в чем у нее преимущество перед тигрицей обычной. Наверное, так я и прошел, да, на одну звезду. С помощью только лишь одной этой. Капитан Марвел. Да, это других вариантов не вижу, ребят. Да, они ее не могут пробить. Скорее всего, так оно и было. Просто ее бьют, 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 а она, хоп, делает волну. Половина команды тут падает сразу же. Вот этот вызов, конечно, ее вымораживает. А вызывает их это, что ли? Да? Мария Хилл? Видишь, видишь, что делать? На, все сдули этих. То есть тут, в этой команде, как ты уже видишь, ребята, рулит абсолютно Капитан Марвел. А теперь представь, если бы, ну, были бы и остальные персонажи хотя бы такой же прокачки, как она. Да хотя бы медик бы был бы, вот, ребят, не вот лечилка вот эта вот, как ее там, сиделка ночная, или как ее там звать. Спасительница. Горе бы мы не знали, вот поверь мне. Почему я ее и качаю? Я еще и качал ее, когда с Пегаса с ней познакомился. Я вообще ее игнорировал и считал, что она лопушище на самом деле. Как-то мне не по себе. Так, ладно, это мы пропускаем. И вот спасительница именно в команде Пегаса мне очень, ребята, зашла. Начала она там не кисло так бомбить. Я понял, что в ней есть потенциал. Снимает все дебафы, усиливает команду, хиляет ее. В общем, только одни плюсы. Так, давай здесь тогда. Вот так вот сделаем. Слушай, а... Блин, ладно, уже энергии нету. Я хотел посмотреть, почему-то мне недоступно было другого кого-то взять. Вот железное сердце. Буду ее подготавливать для команды Пегаса. У нас вообще в команду Пегаса кто входит? Пустельга. Железное сердце. Туда же идет этот железный человек. Как команда Пегас, да? Это, наверное, где-то сюда уже ближе. По-моему, там 4 или 3 персонажа, или 4, я не помню точно. Вечные, Тагама, Гидра, Забвение. Так, нелюди, новые войны. Вот. А, да, друзья мои, я забыл, еще же темный ястреб, вот у них команда, пятерка эта незабвенная. Темный ястреб еще, точно. Но темного ястреба мне пока, друзья, не видать вообще, никак. Так же, как и на нашего железного человека, я не вижу, ребята, осколки на Тони Старка, чтобы его прокачивать. На пустельгу у нас все есть, мы можем ее прокачать, но единственное, что... не хватает мне, ребята, 79 уровень нужен. 79, а у нее сейчас в данный момент... В какой у нее там в данный момент-то уровень-то идет? 75.
То есть у меня есть все, практически все шмотки. Ну, как бы, не шмотки. Что-то надеть и этот. Но по уровню, к сожалению, пока не тянет. Ну, ничего, время даст нам, ребята, возможность докачать и настроить все как надо. Все, друзья мои, давайте мы на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!